Объемы производства продукции получились рекордными за все время. Сегодня ТАИФ подвел итоги работы за прошлый год. Выручка 600 миллиардов рублей. Компания успешно развивается, нацелена на дальнейшее развитие и реализацию крупных проектов, сказал на встрече Рустам Миниханов. 57 коров погибло от удара током на ферме в Тюлячах. В Зеленодольском районе из-за удара молнии погибли 4 коровы и несколько овец. Инциденты произошли из-за разыгравшейся стихии. 80% всех лесных возгораний возникает из-за выжигания сухой травы. Об этом сегодня в Казани журналистам сказали лесники республики. Сейчас в Татарстане из-за жаркой погоды сохраняется третий высокий класс пожарной опасности в лесах.